с вами Доктор Эстедин, и сегодня у нас на канале будет десятая серия всего про Майнкрафт. Да, это долгожданная десятая серия, это юбилейная серия, так что давайте приступим. Так, в общем-то, давайте приступим, да-да-да-да-да. И смотрите, первый блок у нас заключается в том, что если мы поставим блок песка вот так вот, он будет у нас стоять, а если мы поставим вот так вот, и он упадет, то он начнет падать. Да, вот в этом и заключается наш баг. Ну, а второй баг, он будет покруче, да, он будет намного покруче. И, в общем-то, давайте перейдем к просмотру его. Так, вот, мы подходим, да, вот, типа, такой милый каменчик у вас будет дома. Нажимаем на огонь. Оба, и у нас тут алмазные мечи, тут лежат всякие броня. И вот такой прикольный баг, да, даже нифига не видно. Так что, давайте приступим к постройке такого вот прикольного бага. Так, ну, для начала нам надо сделать... вот такую вот штучку поставить на нее где кровать нам надо, конечно, кровать вот тут кровать у нас, да, вот ставим мы на нее кровать. Дальше мы должны поставить сюда вот так стенку, тут еще поставить надо вот так. Дальше делаем вот так ломаем эти блоки, чтобы они нам не мешали. Тут мы ставим редстоун факелы. Так, так. И ставим энерголейцы. Рельсы, вот. Ставим их. Вот так. И пускаем туда грузовые воронки с сундучком. Так, так. И еще одну пачку. Так. Ой. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. И так. Вот так побольше сделать, чтобы она не упадала куда-то. Непонятное место. Так, вот, да-да-да-да-да. Так, мы толкаем два раза вагонетки, и так вот они встают у нас. Дальше мы их можем закрыть, чтобы они у нас не выпадали никуда. Все, так, дальше можно еще вот так поставить. Ну да, та-та-та-та-та-та. Так, короче, ладно, пусть будет так. Дальше нам это уже ничего не понадобится. Так, ставим сюда блок. Мы рушим все. Так. Дальше ставим сюда обычные поршни. Два поршня нам для этого потребуется. Вот так вот ставим. Дальше ставим блок, который у нас сам будет гореть. Это для меня адский камень. Ну, я думаю, для всех будет адский камень. Вот, ставим, заводим. Все убираем. Все выключаем, все убираем. И все заставляем. Все, в общем-то, камин у нас такой готов. Там вы можете как-нибудь украсть, я просто ничего не украшал. Вот. Ну, давайте посмотрим. Так, вот так, вот так. Все, у нас такой каминчик. Берем просто обычную зажигалочку и вот так вот об стенку зажигаем. Все, у нас получился камин, который мы можем открывать. И ложить туда вещи какие-то скрытные там, да? Да. Вот. Вот такой вот у нас получился прикольный. Серия прикольная, вот. Я думаю, вы обязательно поставите палец вверх, как же без этого. Потому что я старался, искал эти баги. Вот. Так что, в общем-то, с вами был Доктор Эстедин. Подписываемся на канал, ждем новых видео. Также вступаем в группу ВКонтакте, обязательно, которая будет в описании. Вот. Все вступаем. Вступаем. Все, всем до скорого, всем удачи и всем пока.